Кошечка родила в подъезде. Кто-то добрый выделил ей коробочку с мягкой подстилочкой, а кто-то добрый выкинул их на улицу. Но нашелся еще кто-то добрый, перенесли их в подвал, который затапливает. В результате семейка пушистых котят и их мамочки оказались у нас. Кошечка очень мирная, ласковая, ухоженная, чистенькая. Видимо, была домашней. Вообще, это чудо, что они выжили. Дети из подвала. Девочку выбросили. Ласковая домашняя кошечка. Выкинули в подвал. Котенком наигрались. Стерилизовать не захотели. В результате из подвала мама... Что, красавица, вот здесь мы теперь живем, потому что в клетке мало места. Все. И она гуляет. Все. Здесь у меня мой кабинет, и мы ее перевели вот сюда. Да, солнышко? Все, лежи. Ну что, ребята, наша киса из подвала. Малыши глазки открывают. У кого-то хорошо глазки открылись, у кого-то нет. Кому-то пришлось помочь. Да. Промыла и глаз. Эти глазки открыли, тараканы расползаются, да? Капли. Смотри, глазенки открыли, покажи. Эти глазки промывают. Да, 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 да. Ничего, все будет хорошо. Глазь, капельки. Сейчас все обработала. Все хорошо. Мама из подвала. С детками все в порядке, глазки открывает. Ну, помоги Бог. Скоро будем искать детям дом. А пока присмотритесь, друзья. У нас все красивые.